Трохи більше доби залишається до настання того моменту, який президент України окреслив як імовірний державний переворот. На його слова зреагувала Служба безпеки України. Щоправда, як планує захищати Україну від росіян, які хочуть цей переворот влаштувати, нам не повідомили. Ердоган викликався допомагати Україні з'ясовувати стосунки із Росією. Щоправда, в Україні і в Росії на найвищих офіційних рівнях це поки що не коментують. Нічого особистого, як завжди у цій годині обговорюємо найважливіші події, підбиваємо підсумки понеділка. Олеся Басман, головний редактор видання «Кордон». Олеся, добрий вечір. Добрий вечір. Ви спостерігали за прес-конференцією президента України. Вона вже всіх трохи втомила, можливо. Але сьогодні от з'явилася інформація про те, що СБУ вже почало розслідувати кримінальне провадження за фактом можливого державного перевороту. Про це говорив президент в п'ятницю. Давайте почуємо зараз президента. У нас є деякий аудіозапис, де звучить про державний переворот. Ми розуміємо, що розмовляють люди з України, з людьми з Росії. Окрім цієї розмови, є, в принципі, агентурна інформація щодо цього бажання дестабілізації внутрішній в нашій державі. Президент згадував ім'я Ріната Ахметова і говорив про те, що росіяни нібито хочуть його бачити ймовірним учасником цього перевороту. Давайте почуємо, як Ахметов на це відреагував. Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським, про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни, і далі захищатиму вільну Україну, економіку, демократію та свободу слова. Рінат Ахметов, бізнесмен. Олесю, у 2016 році група хакерів нібито зламала поштову скриньку Владислава Суркова. На той момент він був помічником президента Російської Федерації. І нібито дістала звідти так званий план «Шатун». Відповідно до цього плану, про це говорила Служба безпеки України, планувалися заходи по розхитуванню ситуації і фактично скоєння державного перевороту аж до виборів. Що це? Те, що говорить президент, у нас 21.05, післязавтра, 1 грудня. Що це? Шатун-2? Ну, я би не проводила такі аналогії. Пока что, вы знаете, я вот сегодня увидела, что СБУ завела уголовное дело по поводу возможного государственного переворота, который якобы готовится. Конечно же, я думала, что должно происходить все немножко наоборот. Сначала есть дела, есть расследования, есть производственные какие-то, в том числе очень непубличные мероприятия, и только после этого официальные лица, а тем более, когда речь идет о самом высоком, самом более всего наделенном всей полнотой полномочий в Украине лице, когда идет речь, когда президент страны выходит и на весь мир заявляет о том, что в Украине грядет государственный переворот, причем не просто об этом говорит, а использует фамилии, конкретные обвинения. Я вам не могу передать, что происходило после этого заявления в посольствах западных стран, которые находятся в Украине. Но это был вот настоящий переворот, потому что послы, я сейчас не буду даже конкретизировать, я знаю точно, кто и что из них говорил, они были в шоке, они не могли понять, это правда или это в Украине так публичная политика происходит, или это какие-то предвыборные, заранее подготовленные вещи, игры какие-то. А на самом деле это очень опасная история, такое расшатывание со стороны уже власти ситуации. Это такой маятник, который может очень больно ударить саму власть, потому что никакого переворота не нужно, когда президент заявляет такие вещи, и украинский бизнес, я сейчас даже не о ДТЭКе,
Рината Ахметова, о котором сказал президент, а о других больших предприятиях украинский бизнес ровно после этих слов рухнул. Акции всех упали. А после этого президент говорит, так к нам же инвесторы не идут. Вы не знаете, почему к нам инвесторы не идут? Кто в этом виноват? В том, что не идут инвесторы? Ахметов, Порошенко, оппозиция, журналисты. Мало нянь зробили инвестиции. Журналисты. И вот я сейчас, кстати, остановлюсь подробнее на журналистах. Потому что, слушайте, о чем может идти речь, когда инвесторы смотрят, как и послы, смотрят пресс-конференцию президента и просто офигевают от того, что происходит. И они же ведь не понимают, действительно может переворот. А дивіться, ми знаємо, що ми дуже часто, ми ж дружимо із західними країнами і часто користуємося інформацією їхніх розвідок і доволі часто дізнаємося про якісь речі від цих посольств. Тобто, правильно я розумію, за вашою логікою, що у посольствах, про які ви говорите, не було інформації про підготовку держперевороту, і це для них була абсолютна новина. Ви можете і так трактувати мої слова. А то, что касается именно этой информации, ну, практически сразу после пресс-конференции один из западных журналистов, который много работал в Украине, американский журналист, опубликовал свой инсайт, и он сказал, что по его информации, может, вы это даже покажете, офис президента, когда делал президент такие заявления, он опирался на информацию, на какой-то телефонный или несколько телефонных разговоров, которые они перехватили среди бывших перебежчиков украинских офицеров, которые сейчас находятся в Крыму, и одного ФСБшника, который находится в России, которые якобы обсуждали переворот, в том числе они обсуждали то, что они хотят привлечь к финансированию Ахметова. Да, йдеться про двох, що не менше, колишніх співробітників правоохоронних органів, які працювали в поліції, да, і серед них є, до речі, Василь Грицак, який ну, той, який СБУ очолював, да. А який був депутатом. Просто одна фамілія. Вони всі спростували в це. Ну, це понятно, послушайте, потому что я же с этого начала. То есть в нормальной стране, в правовой стране, в стране с работающими институтами и законами не анонсируются такие вещи. Потому что если действительно предположить, что переворот намечался на эти даты, то тогда что, президент его сорвал? Он подсказал заговорщикам, что он знает и нужно спасаться и, собственно говоря, предпринимать какие-то действия, чтобы зачистить хвосты? То есть он тогда что, в этом попытался помочь им соучаствовать? То есть вы понимаете, ну это сложно мне. Я очень расстроилась. Когда я смотрела пресс-конференцию, я очень расстроилась, потому что я увидела Владимира Александровича на этой пресс-конференции очень неуверенного в себе, обиженного на весь мир. Вот вы же посмотрите. На журналистов. А я говорю, мы об этом отдельно поговорим, потому что это очень важный для меня лично пункт, в общем-то, да, который определяет многие вещи и многое из того, что происходит в стране. Он ведь на этой пресс-конференции показал себя человеком, который никому не верит, вокруг которого он считает одни враги, и самое основное, который не приемлет никакой критики. Он даже мысли не допускает, что критика-то ведь может быть конструктивной, что он, как нормальный человек, может ошибаться, что он, как нормальный человек, который что-то делает, может делать что-то не так. И, а может, стоит прислушаться? А может, есть люди, которые со стороны видят больше, знают больше? Может, все-таки есть в стране эксперты, которые разбираются в той или иной сфере лучше, чем президент, который, ну, мы же понимаем, что он пришел из другой сферы, и невозможно всему объективно научиться за такой короткий период, но можно уметь слушать, можно научиться приглашать людей, которые знают и которые не будут бояться говорить правду в глаза. А что мы видим? Мы видим, что он собрал вокруг себя людей, которые ему
заглядывают в глаза, говорят о том, что он самый лучший, он самый честный, самый святой, и он все делает правильно. А все те, кто говорит плохо о нем, или сомневается в чем-то, или критикует его, это его враги, это рука Кремля, это ноги, не знаю, чьи еще. А в нас были президенты, которые по-иншому думали? Это мне напоминает историю вот с поздним Порошенко, когда... Вот вы сейчас там сравнили с Шатуном. Да нет, вообще не с Шатуном. У меня не возникло вообще такой аналогии. А у меня скорее возникла аналогия с поздним Порошенко уже периода предвыборной президентской кампании, когда он в абсолютной агонии, вы это хорошо помните, пытался ввести, послать моряков фактически на смерть, как тогда военные говорили, что это было какое-то безумие. Но ему нужна была эскалация. Он хотел использовать этот повод для того, чтобы ввести военное положение, чтобы отсрочить, сорвать выборы. И тогда, ну, в общем-то, все встали на дыбы. Я помню, что Юлия Тимошенко сделала звонок в Германию. Она позвонила Ангеле Меркель, и уже сама лично Меркель звонила в администрацию Порошенко и недвусмысленно дала ему понять, что вот это уже красная линия, ее переступать нельзя, выборы должны пройти. И вы помните, как все это свернулось, как сделали такое гибридное военное положение, которое, в общем-то, не было абсолютно ничем не обосновано, так они ничего и не сделали. То есть, когда они ввели это положение военное, никакие действия, которые предполагаются при таком состоянии, ни с точки зрения подготовки, мобилизации и так далее, не проводились. То есть, это еще раз доказало то, что это просто был предвыборный план Петра Порошенко для сохранение своей власти. У Володимира Зеленського зараз говорять про війну. Ми зараз поговоримо ще на те, наскільки ми можемо проводити ці паралелі з точки зору боротьби за владу. Ви згадали про журналістів, це дуже влучно. Президент Савіка Шустера чим тільки не назвав, із журналістами вступав в прірі і так далі. Олесю, нагадайте, ви у президента на шашликах були тоді? Да, конечно. От бачите, нас туди не запрошували, ну ми не напрошувалися. І от поясніть нам, які у вас відчуття, як у людини, яка ще буквально ще вчора була на шашличній вечеринці у президента, тобто у найближчому колі. А сьогодні ви вже у колі тих, кого президент називає, ну давайте так, відгукується, м'яко кажучи, не дуже приємно. Артем, ну вот тут тоже не надо ерничать по поводу дня журналиста и говорить о том, что это шашлычная вечеринка, потому что это был профессиональный праздник журналистики, и, собственно говоря, президент собирал представителей СМИ для того, чтобы рассказать им о чем-то, поделиться там своим видением того, что происходит в стране. И, ну, слушайте, да, шашлычная вечеринка, назвали это мероприятие только потому, что Владимир Зеленский собрал журналистов на природе, это была такая вылазка, где в том числе он лично сам готовил шашлыки. И это как раз неплохо. И вот такой формат, это как раз говорит о здоровом обществе, о здоровом формате общения представителя власти с представителем прессы. Потому что, когда происходит так, не происходят преследования, уголовные дела, закрытие каналов, закрытие рта тем, кто говорит. Понимаете? И в этом общении, когда, собственно говоря, ну вы можете себе представить, я не знаю, там где-то у нас в соседних странах, чтобы так происходило, да, чтобы Путин так общался с журналистами, и журналисты задавали Путину любые вопросы без каких-то там, ну, знаков цензуры. Ну, Олеся, поэтому нет, это хорошая история, хорошая тема. Вона була б хорошою історією, якби, ну от ми з вами пам'ятаємо, як журналісти, абсолютно не якось позитивно там відгукуючись про Віктора Януковича, але я пам'ятаю, на сайті адміністрації президента часів Віктора Януковича були чіткі критерії формування президентського пулу для телеканалів, для інтернет-видань,
там по інтернет-видання було. Лайв-інтернет, рейтинг, там стільки-то, там перші точно в пулі, далі шляхом ротації, телеканали. За таким-то принципом попадають. Телеканал наш, ну, ви маєте доступ до рейтингів, я маю доступ до рейтингів. Це не 10-й і не 5-й інформаційний телеканал України. Нас там не було. Я просто до чого, що... Які у вас відчуття, як у людини, яка вчора мала можливість поставити запитання президенту, а сьогодні ви вже в опалі? Ні, не так. Тут про другое я хочу говорить. То, что вы говорите по поводу того, что наш не приглашали, я согласна абсолютно с тем, что есть субъективные критерии, и о них мы говорили и раньше. Но и эти критерии это... подобаются, не подобаются? Все. Конечно, ну 100%. Да, они не выставляют, и этого не было изначально, они не выставляют историю про то, что вот мы выбрали вот таким порядком. Мы там руководствовались какими-то рейтингами. Какими рейтингами? Мы смотрели там-то там. Это субъективная история про решение того, кто придет или не придет. Тем не менее, когда формировали они список, ну вот о том дне, о котором вы вспоминали, когда были шашлыки, там было очень много разных СМИ. Те, кто любят президента, и те, кто его очень сильно критикуют. Поэтому говорить о том, что там были только любимчики офиса президента, да, тогда, ну, не объективно, давайте так. Я люблю объективность. Это не совсем объективно. Да, ну вот поэтому. Но они выбирали, но тем не менее, там были разные СМИ. Кстати, сейчас на пресс-конференции, если продолжать эту линию, они тоже пригласили. Опять же, непрозрачно выбирая, но тем не менее, они пригласили в том числе тех, кто очень их критикует. То есть это мы говорим из того, что в плюс, да, может пойти. Давайте говорить теперь... так, они запросили тех, кто их критикует, бо не запросить их не могли. Не-не, они могли что угодно сделать, потому что, вы знаете, последние шаги, многие последние шаги выглядят таким образом, что... Они делают не то, что диктует логика, здравый смысл или закон, а то, что хочется. Но это, понятно, відгукується не самым приятным образом, в том числе бьет по их рейтингам. Поэтому они могли сделать и так, и по-другому. Но мы сейчас не об этом. Вот вы меня спросили, как вот так и так. Смотрите, я Владимира Зеленского знаю достаточно давно, и... У меня всегда к нему было очень хорошее отношение, потому что я знала его до президентства. Я очень тепло к нему всегда относилась. Дмитрий Гордон, он вообще имеет долгую историю отношений, дружбы, да, с Владимиром Зеленским. И опять же, он, не скрывая, всегда о нем публично говорил очень тепло. И говорил, и ну, до последнего, наверное, времени продолжали и я, и он... поддерживать всячески, пытаться вот сделать все, чтобы у него получилось. Почему? Потому что когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, если получается у президента Украины, то есть он проводит реформы, страна от этого выигрывает, получается у всех нас. То есть это наш общий успех, потому что наша страна живет лучше. Поэтому это общая большая цель. Но время идет... Вот сейчас экватор его президентства. Прошло 2,5 года. И надежд на то, что у него получится, остается все меньше и меньше. А я вам скажу про свои ощущения. У меня их уже нет. У меня их уже нет, потому что это, знаете, как чаша, которая наполняется по капельке за все эти 2,5 года какими-то провалами. Неправильными поступками, неправильными решениями, которые сказываются на жизни каждого. И когда ты видишь первый такой ошибку, шаг, ну, ты сначала думаешь, ну, это ошибка, с каждым бывает. Вот сейчас он исправится, сейчас он поймет, сейчас он услышит какие-то голос людей, которые в этом понимают, сейчас он поймет, дальше будет лучше. Вот нужно все равно поддержать, тебе жалко. Ты же понимаешь, ты входишь в положение, то есть человек в этом неопытен. Это большая ответственность, это огромная работа, это очень тяжело, реально, это большие нервы. Но когда так происходит год за годом, и ты видишь, что... ситуация не становится лучше, а ухудшается, ну давайте в сухом остатке. Сейчас уже об этом можно говорить, потому что
Первый сказал об этом Андрей Илларионов в интервью, кстати, Дмитрию Гордону. Андрей Илларионов, который приветствовал приход к власти Владимира Зеленского, как и мы, потому что он понимал, что второй раз и Петр Порошенко это очень плохо для Украины, причем сразу. Но нельзя наших президентов пускать на второй срок в основном. Ну вот они еще во время первого начинают сходить с ума, и практически каждый из президентов прошел эти все стадии, к сожалению. Ну вот так устроена психика. Я сейчас закончу по поводу Андрея Илларионова. И вот это очень интересно. Вы знаете, это интервью Дима сделал с ним, когда был год президентства Владимира Зеленского. Тогда еще мало кто-то о чем-то говорил, и в принципе была, ну не эйфория, но вот такое, знаете, піднесений настрій від того, що було дуже багато сподівань, було дуже багато надій. Потому що, слушайте, он ведь прийшов, впервые в Україні он получив абсолютну власть. Ну, ні у одного другого президента не було такого монобольшинства в Верховній Раді, которое, учитывая, що у нас парламентська президентська республіка, за собою влече все остальное. Тобто президент має абсолютно всі рычаги, йому вже не мешают. Там ні свої прем'єр-міністри, які з ним теж намагаються якось боротися. Ні з ким не треба домовлятися, комусь портфелі віддавати. Ні свій глава парламенту, тому що все своє, практично все своє. І у тебе, по суті, такий карт-бланш на те, що давай, ти зні системи, приходи, делай реформи, вперед, любые, в тому числі непопулярні дії, але народ це прийме. 73% за... И ты можешь это делать, потому что тебе никто не мешает. Вот, давай, делай, набирай специалистов и работай. Но нет же. Год прошел, и Илларионов тогда впервые сказал Дмитрию Гордону в интервью. Я вам ответственно заявляю, Зеленский все. Шок. Тогда это был шок, как все. Подождите, год всего прошел, как все. Он еще, ну, у него еще столько впереди, он научится, он там это... Он так грамотный. Я вот сейчас просто наших телезрителей отсылаю к этому интервью. Вы можете посмотреть, как Андрей Николаевич с присущим ему, знаете, как такой тактичностью, но очень такой с правильно подобранными словами. Он всегда называет вещи своими именами. Он рассказал, почему у него уже не получится. Потому что он говорит, и, кстати, Каха Мендукидзе мне об этом говорил тоже. Все реформы проводятся в первые полгода правления. Если нет полгода, за первые полгода реформ, все, считайте, далее их уже не будет. Угу. И дальше только все хуже, 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 потому что все инерция, тебя все съедает. Человек себя показывает сразу. Но, вы знаете, ну я не хотела в это верить. То есть я продолжала все-таки верить в то, что все будет хорошо. Что дальше что-то произойдет, то, что, собственно говоря, было обещано во время предвыборной кампании, потому что многое из того, что заявлял президент Зеленский, действительно нужно было сделать. Вот у вас сейчас в эфире, мы когда стояли за кулисами, я видела, что ребята обсуждали тот неутешительный прогноз по поводу количества населения в Украине через несколько лет, что нас вообще станет меньше, до меньше, 35, меньше. Может, а вы помните один из главных тезисов предвыборных Зеленского, который я до этого несколько лет об этом кричала, говорила... Да нам самое основное – это вернуть людей назад в Украину, чтобы они поверили, чтобы они приехали, потому что это же наши люди, которые вынуждены искать лучшей жизни там, потому что Украина рожает, рожала и продолжает рожать таланты. Вот мы богатые талантами, наши мозги – это просто одни из самых потрясающих мозгов в мире. Но почему-то... Реализоваться они в Украине не могут. Или да. Это какой-то экстраординарный случай. Им приходится уезжать, чтобы там построить успешнейшие бизнесы, построить кино или другую карьеру. Но это же неправильно. И я помню, особенно вот доктор Комаровский, мне, который также, вы же помните, ну он разочарован, ну Евгений Олегович очень искренний человек, он тоже терпел до последнего, он очень любит Зеленского, но это уже невозможно, это была уже последняя капля с этими вагнеровцами, с этим враньем, и уже, ну ты уже понимаешь, что все, теперь уже ты не веришь, то есть если что-то поменяется, это уже будет чудо, к сожалению, в таком масштабе, в чудеса я не верю. И я помню, как мы сидим с Комаровским, ужинаем, Евгений Олегович говорит, это вот буквально там прошло после президентских выборов,
ну, не знаю, там, может быть, несколько месяцев, около года. Он говорит, ты знаешь, мне столько людей написало после того, как выиграл Зеленский, из разных стран, которые уехали, а людей же столько выезжает, которые уже сделали там бизнесы, дети учатся в школах, то есть у них все хорошо. Но они написали, что вот, мы верим, слушайте, мы вернемся, Евгений Олегович, мы вот сейчас посмотрим, как у вас что, мы будем смотреть, мы вернемся. Вот, наконец-то Украина сейчас делает рывок. Потому что они-то на самом деле скучают все. В основном, если ты уехал уже в более-менее взрослом возрасте, ты все равно будешь все думать об этом, да. Тебя будет тянуть, ты будешь хотеть как-то сюда. И мы ужинаем, он сидит, говорит, ты знаешь, а мне сейчас пишут все те, кто говорил, что мы приедем, говорят, а у вас ничего не поменялось. Такое у них раньше наступило разочарование. Потому что издалека всегда виднее, ты всегда видишь быстрее. Вот и Андрей Николаевич Илларионов, почему он сказал через год? Потому что он не настолько вовлечен эмоционально в это все, понимаете? Угу. Он не настолько верил, как просто умом анализировал. И, конечно, он быстрее с этим разобрался. По журналистам очень важно, я хочу, чтобы мы сейчас об этом поговорили, потому что на самом деле на этом, и это стало, ну, для меня решающим, наверное, в истории в отношении к Владимиру Зеленскому, это он и свобода слова. А Владимир Зеленский — это тот президент, который стал президентом в первую очередь благодаря свободе слова. Потому что если бы в Украине не было свободы слова, если бы она не была демократией, его бы закрыли. И при одном или при другом президенте 95-й квартал не смог бы существовать. Владимир Зеленский не стал бы одним из самых популярных шоуменов Украины, и он бы не построил в Украине, наверное, самый успешный в этой индустрии бизнес. Это дало ему сделать только то, что у нас всегда главной ценностью была и оставалась свобода слова. Это не какие-то там слова. Это то, что мы можем потрогать, пощупать. Это наше, собственно говоря, это наш воздух, которым мы дышим. И вы знаете, тревожные звоночки стали приходить. Ну вот ровно с момента, как вы помните, был сначала законопроект о дезинформации. Прекрасный совершенно. Про то, что журналистам надо сажать в тюрьму. Фантастически. Я когда слушала презентацию, министр культуры тогда это презентовал тогдашний, я сижу и я понимаю, что я в какой-то другой реальности. В смысле, Зеленский президент, ну вот сейчас там начнутся реформы, сейчас все будет там хорошо, вот все. И такой законопроект. Ну, журналисты, естественно, сразу же подняли тревогу, начали бить. И, собственно говоря, да, они сняли с рассмотрения этот законопроект. Я думаю, ну ладно, ошиблись, как не досмотрели, знаете как? Угу. А потом наступил законопроект о медиа, который презентовал уже Александр Ткаченко, опять же, тогдашний. Нет, он тогда еще не был министром культуры. А он ничем не лучше. Да, там нет уголовных сроков, но, в общем-то, это законопроект, вот если всех я могу загнаты, рассказать. Да, это законопроект, который позволяет государству взять весь интернет, все интернет-СМИ под контроль. Да. Даже не так я скажу, не интернет-СМИ. Если у вас есть YouTube-канал, у вас есть Facebook-страница, Telegram-канал, и власти не будет нравиться, да, личные, да. И власти не будет нравиться то, что вы говорите или пишете. Согласно этому законопроекту, он так там сформулирован, что государство может брать его под контроль. Ну, слушайте, это же чистая инициатива Путина про национальный интернет. Это движение туда. Лася, какая ваша позиция по трем закрытым телеканалам? Но это не про свободу слова. У меня другая здесь позиция. Я об этом говорила с самого начала. Потому что, Артем, мы должны отличать пропаганду от журналистики. Смотрите, я понимаю, о чем я говорю, потому что я соприкасалась с этими каналами очень близко. На 112-м так, и на Ньюзване... Зараз відбувається рівно те саме. Коли хтось каже, там пропаганда, я понимаю, тепер, якщо же... нам, вам скажуть, ви пропаганда... Нельзя виплескивать це. Дитя вместе со всем. Нет, смотрите, я понимаю, о чем я говорю. Потому что я соприкасалась с этими телеканалами, когда они еще не были пропагандистскими, до прихода Виктора Медведчука на них.
И моя программа, и программа Дмитрия Гордона выходила там. Мы не работали, мы просто делали программу без денег, но нас это устраивало, потому что в нашем редакционном соглашении в первую очередь, что главное было? То, что канал не вмешивается в нашу редакционную политику, они не рассказывают, что мы делаем, что мы не делаем, кого приглашаем, а мы даем рейтинг, и мы, собственно говоря, это наша территория свободы. И так это и работало. Это были самые рейтинговые программы на этих телеканалах и на всем украинском телевидении, новостном украинском телевидении. Но в какой-то момент, когда эти телеканалы купил Виктор Медведчук, ситуация раскачивалась, он не сразу там развернулся. На этих каналах трудно стало дышать, потому что такое количество Виктора Медведчука, его интервью, заявлений и просто русского мира, который ну, уже без прикрытия шел оттуда. Вот я включала, а у меня эти каналы по привычке были всегда включены вот дома. Да? Я фоном всегда работаю, но я слышу, что идет. То есть новостная какая-то лента у меня должна быть телевизионная. И я порой не отличала, или это «Россия-1» работает, потому что я запингом ведь просматриваю то, что делают российские пропагандисты. Или это украинский телеканал 112, Ньюзван или ЗИК? Вы понимаете, это вот это чистая пропаганда. Леся, чем зараз це відрізняється, коли президент каже, а от я вмикаю там Дмитра Гордона, Олесю Бацман, от в мене таке враження, що я слухаю, як ви сказали, Росію, я дійсно, я не дивлюсь російські канали, я ще пам'ятаю, ОРТ там було, да, його вже немає. От я дивлюсь, это «Россия 24» и все. Чем это будет відрізнятися? Смотрите, дело в том, что когда закрывали эти телеканалы, то служба безопасности на СНБО сказала, по крайней мере, они об этом заявили, и члены СНБО, которые за это проголосовали, подтвердили это, что они голосовали на основании документов по поводу финансирования терроризма. То есть речь шла о чем? Ведь санкции СНБО по отношению к украинским гражданам виявилося брехня, наложить... Мы все знаем, потому что Медведчуку предъявили речи, не связанные с финансированием телеканалов. Ему предъявили иные вещи. Дальше. Санкции СНБО наложить на украинских граждан не может по закону. Они могут санкционировать украинцев только в том случае, когда речь идет о терроризме, участии в террористических организациях, финансировании терроризма и так далее. И, собственно говоря, именно эта статья, этот пункт был использован ими для того, чтобы эти телеканалы закрыть. Но и я это всячески приветствовала, я это говорила публично, потому что когда мы, вот вы просто чуть-чуть перескочили, когда ситуация стала на каналах токсичная, нас не убирал Виктор Медведчук или кто-то с этих телеканалов. Мы сами встали и сказали публично о том, что мы на этих каналах больше да. Выходить Лиз, или говорить, не или приходить часу. Не ми можем, для потому что мы считаем это деструктивным. Телеканали. Мы сейчас говорим про то, что... Смотрите. Подивіться, я юрист. Я чудово розумію, що от є законодавче поле. Я вам скажу, и у вас отпадут все вопросы. Давайте. Так вот, смотрите, дальше. После этого решения, которое я абсолютно приветствую, я считаю, когда ты воюющая страна, то пропаганду нужно отделять от свободы слова. И в данной ситуации, когда у государства есть доказательства финансирования этих телеканалов из России или из оккупированных Леся, территорий, ну это другая история. Так вы вот, бачили эти после докази? Того, после того, Ні, когда Леся, СНБО... Это принципово. Вы не, бачили я, эти докази? Я же веду к этому, Артем. Я сегодня понимаю, что президент тема... каже, что готується держпереворот. Смотрите, и теж доказів немає. Я понимаю, что вас эта тема волнует, но дайте я доскажу. Я, собственно говоря, об этом пытаюсь вам сказать. Но вы бы в суде хорошие были и адвокат, а может и прокурор тоже, потому что у вас а явно бы... у вас явно бы это... Ну я же чувствую практику, да, у вас явно бы это получалось. Ну вы же меня и не собьете, да? Смотрите, после того, как СНБО наложил эти санкции, должна включаться следующая правовая история. То есть должен включаться судебный механизм. И уже в судах, они должны доказать то, что они правомерно это сделали. И это очень важно, потому что если мы живем в правовом обществе, то они должны в судебном порядке доказать, что у них были достаточные доказательства, что это было законное решение, и уже по суду обосновать и, собственно говоря, подтвердить то, что они делали. Но этого не сталося. Ну, я не вижу этого. А это должно быть, Артем, потому что я считаю, что это... Смотрите, считаю ли я, что это решение правильное? 100%. Но я также считаю, чтобы подтвердить его легитимность,
должно быть судебное решение. Я так считаю. Теперь то, что касается отношения к журналистам и к свободе слова. Я продолжаю. Закон о медиа. Вы знаете, опять же, фантастическая история произошла. Он объединил тех журналистов, которые, ну, в другое бы время, наверное, там рядом не хотят садиться, не общаются, не любят друг друга. Ну, к сожалению, у нас журналисты мало кто друг другу дружит или кто друг другу помогает. В основном там зависть какая-то, еще что-то. К сожалению, еще раз говорю, к большому сожалению, потому что я всегда за соревновательность. Ты будь лучше за счет того, что ты лучше работаешь, ты больше можешь, ты больше стараешься, ты не досыпаешь, а не за счет того, что ты хочешь утопить своего конкурента. Нет. Так вот, этот законопроект объединил журналистов. Более 100 СМИ разных, их руководители выступили с критикой. Мы писали открытое письмо президенту Зеленскому, мы писали письма депутатам, где мы сказали о том, что если вы не хотите не войти вляпаться в историю, не делайте этого, не несите этот законопроект в Верховную Раду, потому что ни одна власть, которая начинала войну с журналистами, эту войну не выигрывала, а это конкретная война с журналистами. Более того, я ведь об этом говорила президенту и лично. И мы не видим реакции. Мы видим сейчас слуги народа говорят о том, что законопроект о медиа они собираются проголосовать до января 2022 года. То есть они хотят наступить на эти грабли. Им мешает свобода слова. Далее идем. Закон об олигархах. Если бы это был закон об олигархах, ну это же прекрасно. То есть инициатива прекрасна, чтобы в Украине не было олигархов, а был большой бизнес. Да? Всех устраивает. Ну, конечно, но так должно быть в конце концов. Да, наконец-то. Ну, да, олигархи пришел погани, президент Зеленский. Добрые, да. Ну да, ну слушайте, большой бизнес – это огромные налоги, это ответственная история. Мы приветствуем это. Так должно быть. На этом строится успешное государство. Пришел президент Зеленский и сказал, мы будем бороться с олигархами. Класс. Полнота всей власти. Давай. Антимонопольный комитет. Судебная реформа. В конце концов, не берет взятки власть сама, потому что что такое коррумпировать власть? Это же не только человек, который приходит, да, с чемоданом и коррумпирует, это человек, который берет. Мы прошли вже так до вот антиолігархічного закону. Я просто скажу, что он не об олігархах. Я не отримав відповіді на запитання. Ключове запитання, Олеся. Все ж таки, так. Чим відрізняється бездоказове звинувачення телеканалів у фінансуванні за рахунок там терористичних коштів від вустами президента, від того, що президент говорить, що буде державний переворот, і теж бездоказово. Чим це відрізняється? Ну, тем, во-первых, тем, что по факту, как я вам сказала, я согласна с тем решением, и я считаю, что она абсолютно обоснована, но юридически мы не видим сейчас, чтобы оно было доведено до конца. Так воно так не працює в демократіях, або доведено по закону, нет, або це питання нашого сприйняття. Здесь обязательно нужно доводить до конца, да, и доводить это до, да, по закону. Но есть история с воюющим государством, есть история войны. И когда Петр Порошенко делил эфирное время, но это же не секрет, об этом все говорят абсолютно и раньше, и сейчас, и я об этом не раз говорила, в том числе, ну, я думаю, что для вас это не секрет. Будучи президентом, с Виктором Медведчуком эфирное время 50 на 50 на этих телеканалах ему было выгодно, то это другая история. Это история про договорники, собственно говоря, президента, который кричал «Армия, мова, вира» и рассказывал нам, как он ненавидит Россию, собственно говоря, с человеком, который эту Россию представляет и который все ценности несет. И он здесь является, ну, официально, не стесняясь, главным представителем России. Так вот, смотрите, дальше. Я иду по поводу свободы слова. Это очень важно. Вы понимаете, вот то, что произошло потом на пресс-конференции, когда президент... Что такое президент? Вот я спрашивала у Леонида Макаровича Кравчука. Леонид Макарович, а что, вот какое главное качество должно быть у президента? Он задумался на секунду, говорит, ты знаешь, он должен быть добрый, батько нации. Но дело в том, что вот каким мы увидели Владимира Александровича на пресс-конференции? Ну, таким растерянным, нервным, обозленным. Довольно агрессивным. Агрессивным. И он ведь бросался на журналистов.
То есть на тех, кто, чьей профессией является задавать вопросы, в том числе неудобные, потому что, ну, это работа такая. Не все сидели там СМИ, которые, ну, с ним дружат или финансируются из офиса президента или имеют какие-то отношения. Там разные СМИ были, и мы сказали о том, что это плюс. Но ты не можешь, если ты президент страны, так нервно реагировать, более того, набрасываться на журналистов, обвинять их, оскорблять. Слушайте, ну как можно было Савику Шустеру, который, я считаю, вот я как человек, который проработала в его программе редактором 6 лет, я знаю изнутри, как это все было, как это происходило. Он ведь главный человек, главный журналист, который в Украину принес вот эту настоящую прямоэфирную свободу слова. Он первым показал, что такое лицо украинского политика, который в прямом эфире, вот в условиях, которые создает ток-шоу и такой доступ к микрофону, может сбросить с себя вот эту маску, заученные какие-то речи и быть настоящим живым и показывать вот внутренность свою, да? То есть он впервые показал, что политики живые люди. Он впервые дал возможность народу оценивать их не за глянцевыми какими-то отрезанными картинками, а то, как есть на самом деле. Он сделал на самом деле сделал для Украины большую услугу. И вы знаете, Дмитрий Гордон, когда вот в пятницу было обсуждение этой пресс-конференции у Савика, он сказал о том, что ведь Владимир Зеленский, в том числе благодаря Савику Шустеру, стал президентом, потому что это ведь круговорот свободы слова, который Савик всегда здесь особливал, и это то количество свободы слова, да, которое давало возможность Савик идти Шустер, этому политическому процессу. Я можу помилятися, я не пам'ятаю, щоб і він висловлювався по закриттю телеканалів, ну, не тільки телеканали, по накладанню санкцій на страну. Ну, а чому должен по ним висказуватися, смотрите, если он считает, например, так же, как и я. Я, кстати, не знаю, какая у него позиция, может быть, нет, но я считаю, я висказувалась, я свою позицію не міняла. Як я спочатку говорила, так і сейчас. Це бумеранг, який наздоганяє всіх. Ну, какой бумеранг? Не те, що він там наздогнав Савіка чи ще щось. Ну, давайте, в ті моменти, коли ми мовчимо, коли закривають ЗМІ, а потім... Божий дар от яичницы. Ну, послушайте, я всегда говорила и продолжаю говорить, когда кого-то из коллег, даже если я не согласна с их редакционной политикой, вы, наверное, это помните, я всегда поддерживала и всегда высказывалась за то, что нельзя трогать журналистов. Но вот если мы говорим о трех каналах конкретных, я вам еще раз говорю, ну, вы меня не переубедите. Шарінет, ну це не тільки телеканали. Ну я не знаю, слушайте, там надо аналізувати, там теж є великі питання, ну правда. Поэтому давайте вот мы будем говорить о том, о чем мы видим. И здесь, ну, слушайте, Савика, ведь вот вы говорите бумеранг, ну знаете такой бумеранг? Савика закрывал Петр Порошенко. Мы помним, как он выгнал его из страны. И этот бумеранг вернулся Петру Порошенко, потому что, ну, нельзя трогать журналистов. И, кстати, тогда, вот вы говорите по поводу там солидарности, молчал ли Савик, тогда многие решили промолчать. Все правда. Только все некоторые правда. Коллеги, в том числе мы, говорили о том, что происходит. Это беспредел. Власть не должна так делать. Олесь, я просто до того, что в те моменты, когда мы молчим, у Володимира Зеленского, Данилова и Иже... А кто Иже... молчит, Артем? Кто молчит, скажите? Кто вот сейчас из журналистов, скажите, кто должен сказать? Мне кажется, что, дуже что сейчас... От, я сейчас... не помилюсь, если скажу, что ну, больше половина мовчит. И, так они всегда... Мы не можем звинувачивать, потому чтобы... что в каждом давайте разные так, обставины. Давайте отвечать за себя. Да. Если мы не молчим, этого уже достаточно. Потому что мы перед собой, перед своей совестью, чисты, спокойны. Мы делаем то, что мы должны. Правильно? А там будь что будет. Я не хочу никогда оборачиваться, смотреть на других. Я не хочу за них что-то рассказывать или кому-то что-то советовать. Давайте говорить о себе. Я всегда привыкла отвечать за себя. Так вот я говорю, что по отношению к Савику Шустеру президент Владимир Зеленский повел себя просто по-хамски. Абсолютно. Но нельзя говорить абсолютно. Такие слова Савику. Он их, во-первых, не заслужил. Во-вторых, ну, вы знаете, мне... Он не привык к такого уровня дискуссии, который просто предложил Владимир Зеленский за столом. Я видела состояние Савика, он не понимал, куда он попал, потому что он интеллигентный человек, но так не принято. Глава государства, и сидит один из топовых журналистов Украины, и так с ним общается.
Но мне очень понравилось, как Савик в такой очень спокойной ему манере в пятницу, вы, может, слышали, да, как он в итоге ответил Владимиру Зеленскому, когда он сказал, да ну и ладно, в общем-то, я привык к таким нападкам. Он говорит, все президенты, которые мне говорили гадости, в итоге сразу же плохо заканчивали. То есть он, в общем-то, сказал правду. Он сказал правду. Но я сейчас вот к Юре Бутусову подойду. Вы видели, ну вся страна видела эту некрасивую абсолютно перепалку, когда, опять же, президент вместо того, чтобы... Ну, слушайте, он такие звонувачения такие бросил Юре. Во-первых, они были беспредставными. То есть, ну, это не так. И говорить так с журналистом, ну, это неправильно, это было некрасиво, это проявление слабости. Ну, да бог с ним, хорошо, мы там проехали. Но после этого... Что Володимир Зеленский Артем, Бутусова вважает пропагандистом. Но давайте следующее. Что после этого следует? И вот это... Такой симптом, который говорит о том, что система больна. На Юру Бутусова, ДБР. Ну, сначала на Юру Бутусова, потом, когда начинается общественная реакция, ДБР говорит, что это не на Юру Бутусова, а по факту, и Юра Бутусов там фигурирует. Моментально после одного из его постов заводится дело в том, что он по ведению и там, развязыванию войны, да. Войны в Украине. То есть это такая неприкрытая, как это сказать, ну просто политическая месть, давление, преследование. Ну это даже, знаете, доказывать не надо. Это вот 2 плюс 2 сколько будет? Ну 4. Ну ты хоть как ни крути, ни 5, ни 3 не получается. Это то же самое. Ну сделать это, не знаю, кто это посоветовал, кто придумал. Скорее за все те сами, кто по Марусе с Юрубьи радует. Ну это какая-то... Ну, если это сделал Владимир Зеленский, я не понимаю вообще, что там происходит. То есть это очень опасная и плохая у нас в стране ситуация. Если это его какие-то советники ему посоветовали, их надо гнать. Но да. Судя по тому, что там таких решений в последнее время все больше и больше, видимо, именно такие ему и нравятся. Видимо, их там очень много. Леся, у нас залишається буквально хвилина. Президент не дав чіткої відповіді, чи піде він на другий президентський строк. Натякнув на те, що ну, от які будуть розклади по соціології, подивиться. На вашу думку, сьогодні і в подальшому можуть скластися обставини, які дадуть можливість Володимиру Зеленському переобратися? Что? Не услышал. Может так скластися, що Володимир Зеленський переобереться на другий строк? Нет, я не вижу таких оснований, потому что... Ну, мы сейчас не говорим о том, что он свою предвыборную кампанию строил на том, что он идет только на один президентский срок. И, собственно говоря, этим он будет в том числе отличаться от других кандидатов, которые не хотят политику ради власти, ради политики, не идут туда. Они хотят, собственно говоря, войти в историю, что-то сделать. А одного президентского срока для этого более чем достаточно, тем более при такой-то концентрации власти в твоих руках. Но даже это в сторону. Я не вижу, чтобы ему обстоятельства позволили это сделать. Потому что он сейчас выбрал дорогу, которая приводит его к постоянному снижению его президентского рейтинга. И не потому, что он делает реформы, а все реформаторы несчастливые, и народ это может оценить после. К сожалению, не поэтому. Он свой президентский рейтинг разменивает на интриги, на свое бездарное окружение и на борьбу со свободой слова. Ну, в будь-якому випадку у президента ще буде в кращому випадку 2,5 роки, аби все це переобдумати і, можливо, що змінити. Олеся Басман, головний редактор видання «Гордон», дякуємо, що були гостею. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, відстежуйте політичні новини, вони важливі. На добраніч.